сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока противоречивые, но ясно одно. Одновременная атака с воздуха. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед! Ну давайте попробуем, хайогоньки, Кальцифер с вами на экране. Мы наверху в хрущевах, ополченцы окружают. Они наверху в хрущевах. Понял, прием. Ладно, приятель. Что по урону? Всем приготовиться. Урон наносится вы. На экране у нас... Call of Duty Modern Warfare E2. Надо стрелять метко. Обеспечьте поддержку. Ладно. Надо стрелять точно, метко, четко, прям по головам. Отлично. Какой он резкий, как понос дергается. Типа я вперед. Ай-яй-яй, перезарядка может была минус 3, ёху сделать. Понятно. Прикрываю, все, бегу. Ой, пацаны, прикройте. Дайте нормальный ствол, который поубойнее будет просто. О! Четко. Раз. Ой. Перед зарядкой. Чего, блядь? И меня тоже прикрывайте, пожалуйста. Ёпта. Потери от кого? Гранатка пошла. За вами пойду. Вперед пойду. Подлечиться надо. Флангами следите. Ах, вот. Пипец. Оп. Я не Мактавиш.
надеюсь, вы в курсе. Нахрен. Ух ты. Чикс. Ловит тоже гранату. Блять, с него хрен попадешь. С волыны этой тупой. Да ёпс. Смотри, куда стреляешь. Прости. Ай-яй-яй. Раз. Чё переулок слева? На! Вертушечку закинул. Мощно, мощно. В очко, блядь, умер. Хуёво ты. Мало патронов. Блять, граната прям ко мне закатилась. Как так? Вас убила граната, я в курсе. Сейчас буду вас всех тут принимать. Да? Это дало? Удачки. Урона вообще нет ни хрена. Вроде около пути. Дальше. Значит, дробовики брать не будем. Раз. И два. Три. Четыре. Сейчас, пожалуйста. Блять, подката нет. Прости, прости, дружочек. Ты бронебойный вроде. Броней не пробивойный. Узишка. Отлично. Ох, ебка. Какая она косая, узишка-то. Я сама аккуратность. Промазили. Ой, корефана убили. Сейчас пушку возьму. Понял, за пушку. Видимо, у него МП-5 было. Азарт. Николаич. Николай, будем через 20
подходе еще группа ополченцев. Но успеем. Ладно, жду вас там. Удачи. Досели бы уже и все. Мне покажется, что тебя сбить могут 10 раз. Гоус. Можем мне? О, калашик с галлиматором, пожалуйста. Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. Но я и сам не знаю. Готов сюда подобрать. И где тут вся деревня? Навалил. Станы. Стоп, так и должно было быть. Мы видим их с вертолета. Они идут к тебе. Целая толпа. Руф, их слишком много. Убирайся оттуда и иди на крышу быстрее. А, так и должно было быть. Так они по мне стреляют. Не по мне стреляют, как я могу догонять вообще? Если я бегу быстро, как мангуст. И какой незапасливый. Прыгнул. Прыгать-то. Давай, открой. Готов. Николай, мы его забрали. Валим отсюда. Куда, капитан? Подлодки. Вот и полетим к подлодке. Выключите телевизор. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант Фоули. Так точно, сэр. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковой. С Бэджером шутки плохи, сэр. Она знает, что делает. Русские режут нашу оборону, как нож масло. Надо остановить их. Укажите точку на карте, сэр. Все будет сделано. Ханта 2-1, это Ханта 2-1 главный. Вертолеты эвакуации терпят серьезные обстрелы с земли. Что-то знакомое. Подавляющий огонь по зданию. Уйти с улиц. Быстро!
Срочно цель захвачена, атакуем здание. Атакуйте, атакуйте. Противники в Дайте, подождите, подышать мне хоть. Стреляк отдохнет. Да ладно тебе. Своего хлопнул, по-моему. Но это не важно. Какая перезарядка долгая это. Всем хантерам говорит Эзер-1. Готов атаковать? Жду указаний. По 90, хочу по 90. О. Маляй. Есть. Цель пехота у серого здания. Вперед, вперед. Пых, 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 пых. Ой, а что ж ты мне так поздно сказал? А почему никто не видит меня? Блять. Так, канаты сбросили. Нахрен. Атакуем. Че, могу здесь прям побегать? Там даже на второй этаж не дали подняться. Противоракетная система не справляется со шквальным огнем гранатометов. Нужна ваша помощь. Что за сторожевые пушки, где они? Отлично, Хантер 2-1. Спасибо за помощь. А жалобусто. Всем хантерам, говорит Бэджер 1, укажите цель прием. Придурки. Ну, с пулемета наваливает. Хуя, хуя, хуя. Вроде. Я тебя за пулемет, пулемет встану.
не дам. Туда. Тебя гранатку не стыдно закинуть. По одному просто всех снимать надо. Отлично. Посередине. Ва! Фу! Не могу стрелять! Не вижу цели! Как убить? Хантер 2-1 главный, это Оверлорд. Доложите обстановку. Мы прорвали блокаду в точке Вима. Продвигаемся к Аркадии. Прием. Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Ох, сколько вертолетов. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер Роуд 4677. Вас понял, Оверлорд. Следует на Брукмер Роуд 4677. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Эх. Вот подбили. Почему вы не идете? Я себе придумал. Под гранатой спрячемся. Всем хантерам говорит Бэджер 1. Укажите цель, прием. Вас понял, атакуем пехоту. Да, надо пехоту атаковать, остальное все ерунда. Четко сделали. Достаточно атакуем машину. Да хотя бы машину атакуйте. Раненые в укрытии. Бэджер 1 держит позицию. Что ты делаешь? Всем хантерам говорит Бэджер 1, укажите цель, прием. Ёпс. Сука. Так точно, цель захвачена. Атакуем здание. Прикрывайте. Че это за нахрен? Так точно.
Ой. Так. Так. Беджер-1, Хантеру-2. Зона подавлена. Бля, они везде просто. На каждое здание выкуривать. А я вам чем могу помочь? Не видишь цель. Ебать. Да, не, кто мы-то? Я купаться. Вот и все. Короче, он тебе сорителя. Какие-то. Сержант Фоули, это генерал Шепард. Ваша цель забрать особо важную персону из убежища на втором этаже дома. Так точно. Он будет ждать вас. Пароль ледоруб. Отзыв Феникс. Вытащите да ладно. Его оттуда и доложите Оверлорду. Конец связи. Вы слышали приказ? Не шутишь? Их завалили. Я нашел. Дом, тут все чисто. Рамирос, возьми портфель. То,
что от него осталось. Беру. Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Шепарду она не понравится. Оверлорд. О, да. Объект мертв. А, отлично. Ну что же, гоньки, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои прохождения. Делитесь роликами в социальных сетях. Я их люблю и обнимаю, всем удачи, всем пока.